Всем пиксельный привет! Вы на канале Pixel Angel. В этом видео я покажу, как можно нарисовать очень просто вот такого симпатичного тигренка по клеточкам. Рисунок помещается в обычную тетрадку. И для этого рисунка берем зеленый фломастер, розовый, оранжевый и черный. И не забывайте ставить лайк под видео, если нравятся мои рисунки. Сначала берем черный фломастер или маркер и начнем рисовать контур рисунка от верхнего левого угла. От левого края я отступлю две клеточки, это будет верхний левый угол рисунка. Иду на одну клеточку вниз и закрашиваю вниз 6 клеток. Здесь иду вправо, закрашиваю 2 клетки вертикали. Еще иду вправо, закрашиваю 7 клеток по вертикали вниз. Иду по диагонали вниз вправо, закрашиваю 2 клетки по горизонтали вправо. Иду вниз, закрашиваю 2 клетки по горизонтали вправо еще раз. Иду здесь вниз, закрашиваю 3 клетки по горизонтали вправо. Еще иду вниз, закрашиваю 3 клетки по горизонтали вправо. Теперь одну клетку по диагонали вниз вправо закрасим. Идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем 5 клеток по горизонтали вправо. Повторяем такой же контур с этой стороны. По диагонали вверх одну клетку закрасим. Идем по диагонали, закрашиваем 3 клетки по горизонтали. Здесь идем вверх, закрашиваем 3 клетки по горизонтали. Идем вверх, закрашиваем 2 клетки по горизонтали. Еще идем вверх, 2 клетки по горизонтали закрашиваем. Идем по диагонали вверх и закрашиваем 7 клеток по вертикали. От верхней клетки идем вправо и закрашиваем 2 клетки по вертикали. Еще идем вправо, закрашиваем 6 клеток вверх. Перед этой клеткой идем по диагонали вверх и закрашиваем 6 клеток по горизонтали вправо. Закрасим 4 клетки вниз. От этой клетки идем вверх по диагонали влево, закрашиваем 6 клеточек по горизонтали влево. И здесь 4 клетки вниз. И отсюда отсчитываем 3 клеточки вниз. 1, 2, 3. Идем влево. И от этой клетки по горизонтали влево нужно закрасить вот такую длинную полоску. Здесь в углу закрашиваем одну клетку. Здесь в углу закрашиваем одну клетку. От этой клетки перепрыгиваем 2 клеточки вправо. Отмечаем клеточку. И закрашиваем 7 клеток по горизонтали вправо. Теперь от этого угла идем по диагонали вверх, вправо закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем одну клетку. От нее идем вверх по диагонали. Закрашиваем вверх 4 клетки. Вот здесь одну клеточку закрасим. От этого угла по диагонали вниз вправо идем, закрашиваем здесь 2 клетки по вертикали. Теперь от этой клетки перепрыгиваем вниз 2 клеточки, закрашиваем здесь 2 клетки по вертикали. И вниз одну клетку перепрыгиваем, здесь одну клеточку закрасим. От этой клетки идем по диагонали вверх влево и закрашиваем 2 клетки по вертикали. Вниз по диагонали влево одну клетку закрасим. А
От нее идем вверх по диагонали влево, закрашиваем вверх здесь 4 клеточки. И вот здесь одну клетку закрасим. От этой клетки одну клеточку перепрыгиваем влево, закрашиваем здесь 2 клетки по вертикали. Теперь от этой клетки перепрыгиваем 2 клетки вниз, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Перепрыгиваем одну клетку вниз, закрашиваем здесь одну клетку. От этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вправо и закрашиваем здесь 3 клетки по вертикали. Здесь одну клетку в углу и здесь 2 клетки по вертикали. От этой клетки перепрыгиваем одну клеточку влево и по вертикали отмечаем 3 клетки. Здесь в углу одну и здесь 2 клетки по вертикали. И закрашиваем здесь 6 клеток, вот такую полоску на лбу тигра рисуем. Теперь от этой клетки перепрыгиваем одну клеточку влево, закрашиваем здесь 3 клетки по вертикали. Идем влево и закрашиваем 5 клеток по вертикали. Идем влево и здесь еще 3 клетки по вертикали закрасим. Теперь дорисуем глаза тигренку. От вот этой клетки перепрыгиваем 2 клеточки вправо. Идем вправо, отмечаем 4 клетки по горизонтали. И закрашиваем. Здесь вниз 2 клеточки закрасим. Идем по диагонали вправо и закрашиваем 4 клетки по горизонтали вправо. Здесь 2 клеточки вверх. И посередине глаза вот здесь 2 клеточки по вертикали закрашиваем. От этой клетки перепрыгиваем 2 клеточки влево, на третьей останавливаемся, идем влево, по горизонтали нужно закрасить 4 клетки. 2 клеточки вниз здесь, идем вниз по диагонали влево здесь и закрашиваем 4 клетки по горизонтали. 2 клетки по вертикали с этой стороны. И в середине глаза вот эти 2 клетки закрашиваем черным. Теперь дорисуем нос тигру. Не касаясь бумаги, идем вот посерединке между глаз от этой клетки и на одну клеточку вниз. Отмечаем здесь клетку. Теперь от нее вправо и влево по одной клеточке. И ниже 3 клетки по горизонтали отмечаем. И закрашиваем прямоугольник 6 клеток. От середины прямоугольника идем вниз, закрашиваем одну клетку здесь. И от этой клетки влево и вправо по диагонали закрашиваем еще 2 клеточки, 2 раза по одной клетке. Теперь будем тигренка раскрашивать. Сначала я беру зеленый фломастер, закрасим глаза тигру. Я закрашиваю зеленым. Берем розовый фломастер в ушках тигра, вот здесь 3 клетки, закрасим розовым. С этой стороны 3 клетки закрасим розовым. И теперь берем оранжевый фломастер, обведем контур клеточек, которые мы закрашивать не будем, оставим белым. В ушах тигра вокруг розовых клеток обводим вот такой контур. С этой стороны тоже. От носа тигра ведем линию, находим серединку и от этой точки ведем контур. 2 клетки влево, по одной клетке вниз влево. И с этой стороны находим серединку, 2 клетки вправо, по одной клетке вниз вправо. Теперь вокруг глаз вот эти 3 клетки обводим по вертикали, они будут белые. С этой стороны повторяем. Вот эта клеточка будет белая. Здесь одна клеточка будет белая. И с этой стороны ведем контур клетка влево, 4 клетки вверх, 5 клеток вправо и 1 клетка вниз. Здесь обводим одну клетку. Здесь клетка вправо, 4 клетки вверх, 5 клеточек влево, 1 клетка вниз. И закрашиваем мордочку тигра оранжевым цветом. Вот такой милый симпатичный тигренок у меня получился. Очень простой рисунок по клеточкам в стиле пиксель-арт.
Кто еще не рисовал тигренка, обязательно нарисуйте символ 2022 года. На моем канале уже есть много рисунков по клеточкам для Нового года. Кто еще не подписался на канал Pixel Angel, обязательно подписывайтесь. И не забывайте ставить лайк под видео. Всем пока-пока и с Новым годом!